Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре от компании Direct Media. Прежде чем предоставить слово сегодняшним ведущим Нукри Валиковичу Башарули и Константину Николаевичу Костюку, несколько слов по ходу ведения наших вебинаров и по представлению наших будущих вебинаров, которые будут. Обращаю ваше внимание, что в самом начале чата вы можете увидеть две ссылки. Если вы перемотаете к началу чата, то увидите. Первая ссылка – это ссылка на наше расписание вебинаров. В этом расписании расписание на первое полугодие 2017 года. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые будут проходить у нас до почти конца июня месяца 2017 года. Расписание зафиксированное. Ну, конечно, некоторые из вебинаров могут быть перенесены, но в целом расписание согласовано, и им можно пользоваться как в первом приближении, как расписание, которое уже точно и которое выполняется. Вторая ссылка, она отвечает на вопросы, которые мне задают каждый раз, когда мы ведем вебинар. Ведется ли запись и можно ли будет посмотреть запись вебинара? Да, запись ведется, и она появится через несколько дней на нашем видеоканале на YouTube. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. Подписывайтесь на него, и там в плейлисте вебинары хранятся все записи всех вебинаров, которые проводила наша компания, ну, почти что за все времена. Их там уже более 120 штук скопилось. Так что и этот вебинар появится тоже там. Если вы что-то не расслышали или хотите повторить, то сможете этот вебинар посмотреть. Также хочу вам сообщить, что все присутствующие на вебинаре получат электронный сертификат, именной электронный сертификат, подписанный с печатью, цветной. Вам на почту придет письмо со ссылкой. По этой ссылке вы должны будете перейти на наш портал, зарегистрироваться там или войти в свою учетную запись. И там появится ссылка, по которой вы сможете получить скачать свой именной сертификат. Ну и последнее, я хотел бы представить следующий наш вебинар. Следующий вебинар состоится 6 апреля, послезавтра, тоже в 12 часов. Вести этот вебинар буду я. Называется он «Артотека искусства в новом формате» и будет посвящен нашему проекту, который называется «Арт-портал», и в рамках этого арт-портала «Артотеки» подписного сервиса, который называется «Артотека». Ну что ж, коллеги, а теперь я хочу предоставить слово нашему первому ведущему Константину Николаевичу Костюку, генеральному директору компании Direct Media, а он уже представит следующего ведущего. Константин, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю всех, кто пришел на наш очередной вебинар. Те, кто нас постоянно посещает, наверное, обратили внимание, что мы собираем вокруг себя партнеров, и эти партнеры не случайны. Это прежде всего те компании, сервисы, которыми мы как ЭБС интегрируемся, сотрудничаем. И обобщает, можно сказать, что вот те наши партнеры, которые с нами работают, это компании, создающие информационно-образовательную среду вуза. Ну и вот мы тем самым демонстрируем именно свой подход к информационно-образовательной среде вуза, то есть подход из фокуса электронной библиотечной системы EOS в том сегменте, в котором на первый план выходит библиотека, информационно-библиотечная система, электронные книги.
То есть то, что начинается и концентрируется в библиотечном комплексе вуза. Вот. Ну и эти сервисы интеграционные, мы уже со многими из ними с вами познакомились. Это сервисы единого окна или сервисы абисов, электронных каталогов, объединяющихся с ЭБС, или сервисы единой проверки на плагиат. Ну, а вот сегодня нашим партнером будет совершенно особый и компания, и сервис Агрегион, еще недостаточно известная на вузовском рынке, но я думаю, будет всем очень интересно. И продукт, собственно, направление, которое эта компания представляет и предлагает, немножко выходит за рамки тех интеграционных решений и поисков, которые мы до сих пор представляли на наших вебинарах. Вот, ну сразу скажу, это очень интересная инновационная компания российских разработчиков, ну, имеющая, кстати, офис в Лондоне, которая действительно предлагает нечто то, к чему стоит присмотреться. Во всяком случае, мы давно это сделали. А возникла эта компания и решение в поиске того, как защитить контент и прежде всего учебный контент в школе. Вы знаете, что учебники, электронные учебники в школе, это такая священная корова, это очень большой рынок, очень сложный и очень опасный. Эти издательства никому не отдают свой контент, в отличие от нашего вузовского. Вот. И, разумеется, те решения, которые потребовались для этого рынка, это, так скажем, на сегодня самые защищенные решения, которые только могут быть. Вот оттуда действительно ничего уйти не может быть. Ну и в основе этого легла такая, я считаю, абсолютно новаторская технология, которая позволяет для правообладателя отследить путь его издания, его контента по лицензионной цепочке вплоть до последнего пользователя, вплоть до каждого устройство, которым этот пользователь, там студент, ученик пользуется. И планшеты, и компьютеры, и мобильные. И, соответственно, чтобы это решение реализовать, это и серьезные инвестиции, и действительно такие инновационные решения. Ну, а в нашем вузовской среде вот эти вот все вещи реализовались в несколько таких полезных и любопытных вещей, о которых я, собственно, два слова скажу, а потом уже коллеги расскажут подробнее. Ну, во-первых, и называется наш вебинар «ЭБС как репозиторий». И не так часто этот вопрос поднимается, а на самом деле вот именно функция репозитория для вузов, она становится все более актуальной и важной. Сохранять надо собственный контент вуза, сохранять надо ВКР студентов, ну и все чаще используются возможности того, что вуз закупает напрямую электронные учебники у правообладателей. И, соответственно, требуется их защищать. Вот на сегодня те решения, на мой взгляд, которые ВУЗ обычно использует, или создавая собственные репозитории, или используя всякие абисы, и даже ЭБСы, он сегодня не отвечает тем условиям защиты контента, который бы позволял правообладателям, издательствам свободно продавать ВУЗам контент, отдавать свои файлы. Не хватает не только защиты, не хватает различных там систем биллинга, отслеживания статистики и так далее. ЭБС в этом плане более-менее еще как-то подготовлены. Но вот данное решение, оно совершенно самостоятельное, и оно в первую очередь, на мой взгляд, и позиционируется как репозиторий для всех видов контента, который представлен и в ВУЗе, и вообще на вузовском рынке. И вот в этом плане одно из направлений нашего сотрудничества, это, ну, вместе с Агрегионом, это концепция единого окна, который в данном случае
реализован совершенно на других принципах, чем те подходы, которые мы демонстрировали до сих пор, вот библиопоиск и другие решения. Вот в данном случае весь контент хранится вот в репозитории этого независимого решения, и вузу доступен этот контент не просто по условиям перехода на другие платформы, да, как обычно, как мы и показывали, а уже непосредственно в самой системе. Никуда переходить не нужно, достаточно кликнуть и получить этот контент непосредственно читателю. Вот, кроме всех прочих удобств, особенный плюс, актуальный в сегодняшней ситуации, то, что вот эта система позволяет очень удобно комплектоваться покнижно и по пакетами, ну, буквально по-разному нарезать контент, выбирая из всего набора книг, который доступен, можно сразу покупать эти книги, и система сразу и фиксирует это, и осуществляет платеж, и доставляет информацию правообладателю. Вот, собственно, в этом суть именно возможностей агрегиона как репозиторий, и мы в частности испробуем вот такой путь для ЭБС в некоторых наших вузах. Ну, я думаю, Нукра еще немножко расскажет об этом. Вот. Ну а помимо этого, вот в частности для нас, ЭБС, возникает еще ряд интересных интеграционных решений, но в первую очередь мобильное приложение. Вот. Разумеется, мобильное приложение можно создать и самостоятельно, и у нас и было такое раньше решение. Вот. Но тот вариант, который предлагает Агрегион, это особое приложение, которая позволяет демонстрировать даже интерактивные электронные учебники. А это, по сути дела, мультимедийные комплексы, в которых может быть и видео, и аудио, и различный там иллюстративный контент, в общем, использующий все возможности мультимедийного контента и интерактивного общения. Вот это приложение у нас сегодня реализуется, в частности, в решении библиотека Nonfiction, оно уже действует. Вот буквально на днях мы включаем это приложение в наш проект Библиошколу. Ну а в ближайшее время это приложение будет доступно и в ЭБС и позволит намного удобнее пользоваться книгами, то есть загружать себе на компьютер, на устройство, читать уже полностью файл на своем устройстве, то, что, в принципе, у нас не было до сих пор доступно. Надеюсь, всех этот шаг очень заинтересует. Ну и еще один плюс и направление сотрудничества, которое мы реализуем с компанией Агрегион, это доступ к сложному, интересному контенту, который нуждается в особой, очень серьезной защите. И в частности, благодаря тому, что вот эта система предоставляет такие возможности, мы в ближайшее время, ну по сути дела, уже можем объявить о том, что через нашу систему станет доступен контент таких международных издательств, как Pearson, Huber, Клава, то есть сегменты, которые на нашем рынке прежде всего представлены в направлении изучения иностранного языка. Это и оксфордские курсы, кембриджские курсы, большинство из которых представлены сегодня на рынок, которые вот, являются лучшими изданиями в этом направлении по изучению иностранного языка. Но я не буду говорить, что Pearson – это вообще самое крупное издательство в мире. И вот до сих пор в электронном виде не представлено в России. Вот только сейчас, благодаря технологиям защиты компании Агрегион, он доступен и будет доступен прежде всего благодаря нашей ЭБС и нашим проектом.
Ну что ж, я уже говорю довольно много, не буду рассказывать про те технологии и решения, которые коллеги разработали. Вот они сейчас подробно это расскажут и покажут сами. И, соответственно, предоставляю слово руководителю, генеральному директору компании «Агрегион» Нукри Башарули. Включайтесь, Нукри. Меня видно, слышно? Коллеги, меня видно, слышно? Да, ага, вижу, что видно и слышно. Я сейчас спасибо большое, Константин, за столь лестный отзыв. Открываю свою презентацию. Прошу прощения, если громко. У меня просто здесь микрофон очень чувствительный. Значит, наша компания называется «Агрегион». Ее создали российская команда. То есть вся основная разработка у нас находится в России. Это в Казани и Москва. То есть, но так оказалось, что наше решение заинтересовало не только российских заказчиков, но и международных заказчиков. И мы перенесли представительский офис в Лондон, потому что оттуда проще работать со всеми правообладателями, с которыми мы взаимодействуем. Конечно же, у нас есть основное наше подразделение, оно российское, и представлено компанией А-платформа, разработческой компанией А-платформа, а нашим партнером по продвижению решения на рынок является как раз компания Direct Media, с которой мы строим несколько интересных проектов. И я сейчас попробую рассказать об наших проектах и буду рад ответить на вопросы. И если надо будет, мы можем более детально рассказать, значит, о проектах уже, там, может быть, в какой-то в частной беседе. Это тоже не проблема. У нас есть центр обучения, у нас центр производства, центр тестирования, центр продуктов. Мы с удовольствием принимаем все замечания к нашим продуктам и стараемся их оперативно дорабатывать. У нас весь цикл производства отстроен. Есть служба качества, которая следит за необходимым качеством продукта. Потому что наши контрагенты достаточно крупные, как упоминал любезно Константин. Среди них есть очень большие компании и мегагиганты в области контента. О них я их тоже чуть затрону. Значит, если говорить о нашей платформе, то наша платформа в целом про управление любым типом контента. То есть рынок контента, он растет, и сейчас, то есть студенты скачивают образовательные приложения на свои телефоны, ноутбуки, студенты скачивают лекции, студенты скачивают какие-то статьи, учебники, преподаватели пользуются всевозможными ресурсами, и, конечно же, собрать все это в единую какую-то библиотеку становится все сложнее и сложнее. Более того, изменяются лицензионные параметры использования этих продуктов, они постоянно меняются, добавляются новые. Что-то становится бесплатным, что-то меняет свою модель монетизации, то есть где-то вводится помесячная, понедельная оплата за использование ресурсов. И, естественно, сделать какой-то единый продукт, который бы позволял, единую электронную библиотеку, которая позволяла бы контролировать весь этот массив данных в университете и предоставлять им доступ согласно лицензионным правилам, очень сложно отдельно взятому игроку, поэтому мы сосредоточились на создании такой базовой платформы, с помощью которой уже конкретные лидеры этого рынка смогут строить свои решения и предлагать их университетам. Среди наших заказчиков университетов есть, например, Рижский технологический университет, они очень продвинуты в использовании цифрового контента, и есть еще несколько российских вузов, и я постараюсь о них рассказать. То есть электронная библиотека как таковая, она может быть представлена, то есть фронт, то есть мы разделяем наше предложение, наше продуктовое предложение для вуза на две части. Первая часть — это фронт, то, с чем работают пользователи, и бэк.
то, с чем работают правообладатели или администраторы электронной библиотеки в вузах, а также партнеры, такие как Тирет Медиа. Фронт может быть любым, то есть это может быть ваш собственный фронт, то есть наша система имеет адаптеры для подключения популярных платформ предоставления доступа для студентов к контенту. Если у нас нет необходимых адаптеров, то мы с удовольствием их доработаем. Вот. Но большинство проектов, где мы взаимодействовать, надеемся, у вас может быть фронт Direct Media, так как вам он удобен, вы им пользуетесь, то ничего для вас не поменяется. Но я специально привожу примеры, в частности, вот университеты, они создали свою библиотеку Рижского технологического университета на базе собственного фронта, вот, к которому подключали уже наше решение. Все системы авторизации, все системы хранения персональных данных и все системы регистрации пользователей, они находятся на стороне или университета, или нашего партнера Direct Media. То есть компания Agrigion не хранит никаких персональных данных в своей системе, а хранит только ID пользователя, уникальный набор цифр, который позволяет связать конкретного пользователя с конкретно взятой единицей контента. То есть это может быть, как я уже говорил, видеоматериал, это может быть книга, это может быть статья, все что угодно. Вот. Мы поддерживаем разные средства авторизации, и с компанией Direct Media у нас сделана интеграция, поэтому я рассчитываю на то, что все пользователи, которые уже пользуются платформой Direct Media, автоматически смогут использовать весь тот контент незаметно для себя. У них появится возможность под своим же логином, паролем использовать весь необходимый контент, который будет представлен с помощью агрегиона в университетской библиотеке. Значит, еще один пример – это университет Кутафина. Они запустили свой фронт, подключили к нему различные издания и сейчас предоставляют доступ. Здесь интересно, почему я вспоминаю этот вспомнил университет, потому что у них несколько моделей предоставления контента. Они планируют предоставлять контент свой, контент своим студентам бесплатно. Но университет также задумался о монетизации собственных усилий, и они собираются предоставлять свой контент, но уже за деньги сторонним университетам. Вот, это вторая часть. И третья, они собираются предоставлять внешний контент, сторонний контент, закупать и размещать в своей электронной библиотеке и предоставлять на него управляемый доступ для студентов. Почему управляемый? Потому что у нас система поддерживает, как правильно упомянул Константин, по экземплярной модели, то есть мы рассчитываем на то, что контент будет использоваться в двух моделях. Первая – это привычная всем подписка, а вторая модель – это модель по экземплярного доступа с оплатой по факту. Многие крупные издания, издательства, с которыми мы ведем переговоры, готовы к такому сотрудничеству. В частности, издательство Pearson уже переходит на эту модель с нашей помощью в ряде своих изданий и коллекций. И это заинтересовало университеты. То есть, в частности, университет Кутафина, наш пилотный проект, в котором доступ к контенту будет осуществляться по экземплярной модели. То есть настраиваются лимиты, настраиваются права доступа на тот или иной объект каталога, настраиваются права доступа для различных групп пользователей, студенты, преподаватели. И в зависимости от этого, в зависимости от того, сколько времени использовался контент, в зависимости от того, кто использовал этот контент, будет происходить оплата университетом используемого контента. Значит, соответственно, университета есть свой фронт, и он представлен. Он доступен уже и будет, он доступен для внутренних пользователей, если я не ошибаюсь, и в ближайшее время он будет, доступ к нему будет предоставлен и сторонним пользователям. Как я уже говорил, будут разделяться правила использования контента между группой внутренних пользователей, такие преподаватели-студенты, и внешних пользователей,
такие как это могут быть дружественные организации, или же это могут быть просто, например, поступающие в университет абитуриенты. Значит, как я уже говорил, система может предоставлять доступ платный или бесплатный. В частности, Рижский университет очень активно использует бесплатную модель доступа до контента, тут цена 0. Они специализируются на определенном типе контента и подключают сторонние библиотеки к своей системе, построенной на базе агрегиона. То есть это значит, что появляется вот эта вот межвузовская среда, которая позволит по определенным правилам обмениваться лицензионным контентом. Это очень интересно, и мне кажется, что у этого есть будущее, какая-то ниша, потому что если вуз будет понимать, кто использует контент, как использует, с какой периодичностью, можно строить свою какую-то контент-стратегию, свою контент-политику. Звук идет с эхом. А у всех с эхом? Простите. Я продолжаю, но если... Да, пишут, что Павел, звук идет с эхом. Коллеги, прошу прощения, у меня просто внешний микрофон. Сейчас подправлю чуть-чуть, если что-то изменится, это максимум, что я могу сделать. Значит, есть еще один российский университет, который использует нашу систему. В частности, это Алтайский государственный университет. Вот интерфейс нашей системы, он выглядит следующим образом. То есть это полный экран практически. Доступ до вот этого бэкэнда будет предоставляться как раз в рамках компании Direct Media. То есть весь этот бэкэнд уже развернут у нашего партнера. И каждый вуз может получить вот такую вот свою систему управления контентом на базе своего домена. Там специально сделал скриншот с ссылкой, видите, да, library.asu.ru. Это библиотека, это система, это тот самый бэк по управлению всем контентом, о котором я сейчас подробно и расскажу. Бэк может быть построен, точнее, визуальный интерфейс нашего вот этого вот системы управления контентом, он может быть построен любым образом и сконфигурирован достаточно глубоко под задачи университета. Поэтому здесь важно смотреть на этот бэк, приложение того, что мы конструировали его под задачи заказчика. Если у университета возникают дополнительные идеи, каким образом им бы хотелось, университету хотелось бы использовать наш бэк, и в частности вот этот визуальный интерфейс пользователя, администратора, то мы, конечно же, примем все замечания и доработаем в соответствии с этими требованиями. Некоторые требования у нас уже есть, и мы их непрерывно дорабатываем и слушаем внимательно нашего партнера, который нам говорит, чего не хватает для того, чтобы российские вузы могли пользоваться этой системой успешно. Значит, на экране представлены основные разделы, то есть это система управления аккаунтами, то есть это профиль пользователя, студента, как видите, это уже домен университета. Соответственно, университет может подключать свою систему управления пользователями, или если своей системы управления пользователями нет, мы можем предоставить свою. Есть система создания групп, то есть группировать можно студентов разных факультетов, разных кафедр, можно группировать по преподавателей, можно группировать. Ну, то есть система создания групп достаточно гибкая, и она нужна в первую очередь для того, чтобы разделять типы пользователей и права их доступа к контенту. Потому что, ну, например,
если вы выложите достаточно популярные учебники изучения английского языка, то, я думаю, они станут хитом в университете, и, соответственно, это может стать очень затратно. Система позволяет настроить там, одновременный пользователей трех, одновременный доступ трех пользователей или, например, доступ группы кафедры изучения английского языка, и, соответственно, только пользователи кафедры английского языка смогут получить доступ до этого контента. Ну, я говорил о достаточно таких популярных учебниках, в которых мы просто на пробу выкладывали и получались там тысячи скачиваний за неделю. Это огромный объем, и, соответственно, если вуз будет платить за каждого студента, это будет разорительно для бюджета библиотеки. В частности, там English Murphy мы выкладывали, и ради интереса смотрели, сколько будет скачивать. Оказывается, очень большой поток пользователей на такие популярные учебники. Поэтому система позволяет создавать, как я уже говорил, группы. Есть также приложение. Приложение – это возможность подключить любое стороннее решение к платформе. Например, у вас, если есть система отчетности, внутренняя электронная библиотека, портал, возможно, LMS. То есть система позволяет достаточно легко сгенерировать уникальный код доступа для стороннего приложения к системе. Дальше идет хранилище. Вот здесь про хранилище я могу сказать поподробнее чуть-чуть. На самом деле хранилище может быть любым. То есть мы свое хранилище напрямую можем предоставить, и у нас есть возможность предоставлять свое хранилище, но мы рекомендуем использовать или свое хранилище, если оно есть у вуза, или же подписываться на то хранилище, которое вуз устраивает. В частности, это может быть Microsoft Azure, но может быть и любой клауд, желательно стабильное хранилище какого-то российского провайдера, в частности Ростелеком или Softline, или достаточно много компаний. И в том числе это хранилище может быть и хранилище Direct Media, то есть если вы договоритесь с вашим партнером о предоставлении таких услуг. Хранилище подключается очень легко, это буквально там логин, пароль, и это значит, что все данные хранятся в вашем хранилище и контролируются вашими администраторами. То есть агрегион в этом случае перестает хранить данные у себя, хотя у нас достаточно проработан этот вопрос, то есть если выбирается агрегионовское хранилище, то можно выбрать много, можно получить автоматически много возможностей. Это и система гарантированной доставки контента, это CDN автоматически подключается, который позволяет быстро и легко доставлять контент в любой точке земного шара, получать доступ к нему без сбоев. А мы гарантируем там 99,9 в периоде доступность хранилища, то есть оно практически, оно никогда не должно падать, потому что нашими пользователями являются достаточно большие игроки, такие как Pearson, такие как Disney, компания Disney, и, соответственно, мы гарантируем стопроцентную практически доступность нашего хранилища. Возможно, для каких-то случаев это важно будет и для вас. Значит, как я уже упоминал, группы можно создавать внутри самой системы, можно автоматически получать эти группы из вашей информационной системы. Наверняка у большинства вузов уже есть какая-то информационная система управления пользователями. Мы предпочитаем подключаться напрямую к ней, для того, чтобы вы управляли пользователями так, как вам это удобно и привычно, а не создавать какие-то новые решения, еще одно окно по управлению пользователями. Как я уже говорил, это окно может быть модифицировано так, как захочет вуз, если вузу необходимо иметь интерфейс управления группами на базе нашей платформы. Дальше. Хранилище поддерживает, как я уже говорил, любые типы контента. То есть в хранилище можно закачивать и лицензировать изображения, видеоматериалы, причем любого размера. Можно закачивать книжки, как обычный PDF, например, да, то есть статичный материал, так и интерактивные материалы. Можно закачивать
запускаемые какие-то приложения, можно закачивать различные библиотеки. В то же время наше хранилище позволяет подключать сторонние решения. То есть, если у вас есть, например, какая-то LMS-система, которая, с помощью которой ваши студенты учатся, и не только ваши, может, вы какой-то обеспечите дистанс, то система позволяет подключить и сторонние решения к платформе. Это значит, что вы сможете с помощью платформы создать такое единое окно доступа до всех ваших продуктов, без исключения цифровых. И, соответственно, если у вас есть сайт, на котором электронной библиотеки, то есть то предоставить через него весь этот доступ с соответствующей лицензионной политикой, правами, стоимостью и так далее, о которых я говорил. Значит, ну тут еще один следующим на базе хранилища строится каталог. Каталог строится плоский, то есть он поддерживает любое количество метаданных. В частности, ну это естественно стандартный набор метаданных, это наименование, описание, тип контента, то есть доступные платформы, на которых этот контент может работать. Ну почему это важно? Потому что там, если не ошибаюсь, некоторый набор контента у университета является создан во флеше еще достаточно давно, он не работает, как вы знаете, на планшетах, не работает на телефонах, поэтому, чтобы такого не было с пользователями, система автоматически предлагает контент доступным только с тех устройств, на которых он может воспроизводиться. Также здесь другое, разное количество метаданных еще можно добавить, и это легко модифицируется. И этот каталог, он может, сейчас он собирается, он может загружаться, то есть вы можете просто массово его загрузить, а также вы можете подключить свою систему каталогизации, если она есть в ВУЗе. То есть мы взаимодействуем, мы интегрированы с каталогом Direct Media, поэтому здесь, если есть такая вот интеграционная элемент, то у нас в системе есть такой интеграционный адаптер, который позволяет подключать и сторонние каталоги. В ближайшем будущем наши планы — это сделать систему автоматического создания каталогов на любой тип контента. Мы сейчас ведем пилотную разработку, то есть к системе будет подключен мощный поисковый механизм, который сумеет индексировать любой тип контента, включая видеоконтент, и автоматически назначать ему все необходимые метаданные. Это будет сделано, потому что объем контента растет, с ним все сложнее и сложнее разбираться, и проще на хранилище направить мощный умный поисковик, который сам сделает 80% всей работы, а библиотекарю, соответственно, останется только задача проконтролировать, что все корректно, проверить, исправить ошибки. Здесь есть еще система создания плейлистов. Плейлисты, они подходят для медиа-контента, который идет в коллекции, ну не только для медиа, а для любого контента, который идет в коллекции. Например, это может быть курс лекций. То есть, соответственно, сначала первая лекция, потом вторая, потом третья, потом четвертая. И вот эти плейлисты, они создаются на основе каталога, и плейлисты сами по себе доступны как элемент тоже каталога. То есть, если удобно пользоваться плоским каталогом, то система позволяет подключаться к плоскому. Если нужны именно плейлисты, то это могут быть, соответственно, и плейлисты как элементы каталога подключаться. Значит, система позволяет контролировать лимиты, как я уже говорил. В частности, вот у Алтайского госуниверситета поставлен лимит на 40, я вижу там почти 50 терабайт, то есть контента. Соответственно, Алтайский госуниверситет может использовать это пространство в своих интересах. Я думаю, 50 терабайт — достаточно большой объем, которого хватит достаточно долго, но они тут, я уже вижу, они в этом скриншоте пока всего лишь 13 гигабайт почти использовано. Но, видимо, у них большие планы. Дальше из каталога строится тот самый набор продуктов.
Набор продуктов представляет собой список, список изданий, включен в какой-то лицензионный пакет. То есть продукт из себя представляет само издание или какой-то другой цифровой контент и лицензионные параметры использования этого цифрового продукта. То есть, как я уже говорил, это могут быть разные типы контента. Да, извиняюсь, возвращаюсь обратно. Все, что хранится в хранилище, автоматически зашифровано, как только оно попадает в хранилище, и расшифровывается только на устройстве пользователя. Это позволяет нам гарантировать всем правообладателям без исключения, что они контролируют используемость этого контента. То есть, если ВУЗ, например, создал свою какую-то электронную библиотеку и дал возможность пользоваться этим контентом другим вузам, другим электронным библиотечным системам, сторонним пользователям, то ВУЗ автоматически контролирует, автоматически видит всю информацию о том, кто использует их контент, но платформа автоматически следит за использованием, исполнением лицензионных параметров. То есть, если ВУЗ назначил, что контент доступен вот как здесь вот на один год, то значит из этого лицензионного пакета, в который входит какой-то набор контента, из каталога лицензия будет действовать один год. То есть студент взял, автоматически через год лицензия прекратит свой срок действия. Если сама лицензия на контент 5 лет, то лицензия вернется обратно в библиотеку и станет доступна другому студенту. То есть вы видите здесь такая привычная библиотечная модель реализована. То есть вы можете купить в библиотеку 5 бумажных книг, и одновременно ее могут пользоваться 5 человек. Но если кто-то вернул, то, соответственно, возьмет кто-то другой. Вот система позволяет полностью воспроизвести эту модель. Вы можете приобрести 5 копий лицензий контента, в частности Pearson, положить их на полку, и система начнет следить, чтобы одновременно использовалось не более 5. Это позволяет нам гарантировать правообладателю, что все, весь контент используется в рамках лицензионных соглашений. Это важно и ВУЗам, и самим правообладателям. В частности, вот здесь вот ВУЗ выступает и правообладателем тоже своего контента. Дальше пролистаю. Да, ВУЗ, как вы здесь видите, может иметь платный контент. Это издательство просвещения. Я специально перехожу, потому что на другой тип экрана и другого типа правообладателя, потому что у Алтайского госуниверситета нет пока платного контента, видимо, или не было на момент создания этой презентации. Вот у издательства просвещения, у него есть электронная библиотека для школьников, и здесь можно, видно, подключен модуль создания цен на цифровые продукты, и здесь уже видно, что какое-то есть тестовое издание, у него срок действия 30 дней и стоимость 100 рублей. То есть, соответственно, вы можете монетизировать свой контент достаточно легко, если поставите на него цену. У нас есть интеграция с платежными системами, уже готовая интеграция, поэтому также, естественно, если вам это будет нужно, этот сервис автоматически будет доступен через портал компании Direct Media напрямую университета, возможность монетизировать свой контент напрямую пользователям. Вот еще один пользователь нашей платформы, это компания Disney. Это самая большая компания в мире, с оборотом 100 миллиардов долларов. Они наш самый крупный заказчик. И здесь показано, как они строят продуктовые... Это скриншот демонстрации того, какие есть продукты для российского рынка. В частности, они, то есть, это, в том примере, который я показывал в университете, там был один продукт или два, у Disney их сотни, и эти продукты могут быть по-разному сформулированы. То есть вы можете, например, сделать продуктовый набор для внутреннего, как я уже говорил, пользования, а можете продуктовый набор для партнеров ОБС сделать, вы можете сделать продуктовый набор для контента для
дружественных вузов, для студентов, для поступающих и так далее. И вот эти вот количество продуктов можно любым. Это позволяет легко настраивать доступ к своему репозиторию для всех типов пользователей. Можно подключать интернет-магазины, то есть здесь тоже интересная такая история. Мы предполагаем, что получив доступ до нашей системы с помощью Direct Media, до нашего репозитория, можно будет подключать интернет-магазины. То есть если сейчас у вуза может быть, во-первых, свой интернет-магазин, этим, в принципе, можно все и ограничить, но если приходят дружественные вузы, если приходят различные интернет-площадки, которые хотят продавать свой контент, или в будущем планируется, то это тоже будет легко сделать. Буквально одним кликом подключается интернет-магазин, и он может сразу представлять свой ваш каталог на своем сайте и продавать его. Вы автоматически через систему будете видеть, кто пользуется вашим контентом, как его, по какой цене его продают, сколько его продают и так далее. То есть для вас это все становится прозрачно. Мы считаем, что здесь у этой модели есть будущее, потому что накопится критическое количество вузов, и вот эта вот активность вузов в создании собственного контента, его продвижении, она сейчас сильно недооценена на рынке, и с точки зрения коммерческой составляющей, и с точки зрения вообще развития академического рынка, мне кажется, эта ниша только-только зарождается, и она, у нее есть будущее. И вот здесь вот, получив такой инструмент, с помощью нашего партнера можно будет, мы уже об этом подумали, и можно будет подключать различные сторонние средства продажи вашего контента до конечных пользователей. Еще один такой интересный у нас сработал механизм, мы не ожидали на самом деле, что он сработает. Извините, что показано Disney, но это их электронная библиотека, она по сути сильно похожа на университетскую. Просто у нас это сработало в школах, и у нас это сработало в медийном пространстве. Это дистрибуция через коды. Как оказалось, не всегда удобно выдавать контент студенту. То есть, если там книгу, может быть, как-то удобно, то цифровой контент не всегда удобно выдавать. И наши заказчики, школьные, в первую очередь, издательства, они к лицензионным пакетам стали прикреплять лицензионные коды. Фактически это код, это такой универсальный код, он может распечатан быть на принтере. Более детально все это можно будет показать в индивидуальной презентации, если это будет нужно. Распечатать на принтере, и студент, приходя, например, в начале года, он получает просто уникальный код доступа, идет с ним домой, скачивает, подключается к библиотеке Direct Media, активирует этот код, и ему сразу становится доступен весь контент, который ему предназначен. То есть не надо выдавать каждому студенту в отдельности. Система автоматически все это сделает. Оказалось очень удобным инструментом, в первую очередь в школах, потому что там библиотека отсутствует как класс, а выдавать себе контент надо. Это также сработала модель в публичных библиотеках, потому что там тоже библиотекари зачастую не обладают IT-компетенцией, и выдавать контент в цифровом виде им сложно. И вот такая система выдачи кодов оказалась очень удобной. У нас есть даже кейсы, когда коды печатаются где-то в центре, а отправляются в районную библиотеку обычным конвертом. И пользователи, просто приходя, они автоматически получают доступ до контента, взяв этот код у библиотекаря где-то в регионе, где нет, например, там, компьютера и принтера. Вот такие вот интересные модели тоже у нас есть. Система автоматически контролирует все заказы. То есть, как уже говорил Константин, упоминал, система может собирать всю информацию о том, на каких площадках и где, и как, и по какой цене продается ваш контент. И автоматически собирать всю эту информацию вам и передавать ее в режиме онлайн. Это позволяет отстраивать стратегию развития контента, то есть если вы видите, что какой-то контент популярен, то есть, а тут, как говорится, дьявол в деталях, вы смотрите, и, соответственно, вы можете здесь усиливать качество и количество такого контента, строя свою какую-то стратегию
выстраивая свою стратегию продвижения вашего контента в университете и за его пределами. Система внутри имеет свою какую-то систему отчетов. Эта система отчетов достаточно хорошо закрывает потребности, базовые потребности правообладателя, но она может быть расширена. Все данные, которые присутствуют в отчетах, они доступны в сыром виде для выгрузки. Например, в частности, Disney, он не использует нашу систему отчетов, а он подключил свою систему отчетности, которая позволяет контролировать, здесь вот в частности представлены информация о продажах, информация о том, через какие каналы, это вот дистрибуционные пути, то есть через какие каналы продается контент, через каких реселлеров и так далее. То есть контент, информации достаточно много, и она может быть представлена в любом виде, в том числе, как я говорил, в исходном. Еще интересный такой есть элемент, который запросил Рижский технический университет, это центр дистрибуции. То есть у них есть структурные подразделения, которые хотят выступать самостоятельными центрами. Наверное, это подходит для крупного вуза или вуза, у которого есть дружественные какие, организации, которые тоже хотят создавать библиотеку на базе университетского контента. Ну, например, если есть университет и связанные с ним производства. Или, например, если есть университет и с какими-то филиалами, структурными подразделениями, достаточно самостоятельными. В этом случае есть такие центры дистрибуции, система, она позволяет выделить какой-то массив каталога, назначить на него права и предоставить доступ уже конкретному филиалу с какими-то лимитами, ограничениями и так далее, управляемые. Это позволяет филиалу строить какую-то свою субцифровую стратегию, нацеленную, возможно, на своих пользователей. Вот. И есть, конечно, устройство. То есть мы работаем, наше, это вот, оно выглядит как-то так, то есть это конечное приложение, оно сейчас активно развивается, оно доступно для скачивания, его можно скачать, и если не ошибаюсь, оно доступно для скачивания на платформах Android, Windows, iOS и Mac, то есть достаточно широкий. У нас нету приложения, пока еще нет приложения для айфонов. Это единственное. Но у нас это было сделано специально, потому что очень много образовательного контента, который не очень корректно воспроизводится на маленьких устройствах. Но мы сейчас дорабатываем вид такого приложения. Все-таки оказалось, что его нужно сделать. И в ближайшее время мы выпустим еще его и под iOS. Вот если быстро пробежаться по возможностям нашей платформы, то это выглядит как-то так. Соответственно, возможность сотрудничества с университетом, эти все вопросы мы решаем через нашего партнера Direct Media. Значит, мы достаточно... Весь бэк и обучение использования платформы осуществляется за неделю. Реализуется, то есть буквально за неделю вы можете получить все, что я перечислял и рассказывал на базе своего домена. Делается это легко. Делается это все через Direct Media, то есть можете направить запрос, и, соответственно, специалисты Direct Media вместе с нашими специалистами подготовят всю инфраструктуру и ее развернут. Обучат, если, конечно же, и можно запустить пилот или же уже воспользоваться нашими доработками, запустить какую-то промышленную эксплуатацию решения. С удовольствием расскажем, если нужно, более подробно можем рассказать о том, как использовать решение для не только для вузовской библиотеки, но и для создания межвузовского пространства обмена контентом. Это, возможно, это сейчас выходит за рамки нашего разговора, но у нас есть интересные наработки, как можно выстраивать обмен между
несколькими вузами, и так как вот у нас есть пилотные вузы, которые уже начали использовать нашу платформу, то здесь можно уже будет продемонстрировать и такой, когда контент одного вуза становится доступен другому вузу. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Система достаточно сложная и большая. Вот, поэтому подробный показ и обучение проводится в течение нескольких часов. Так, поступил первый вопрос. Как вы относитесь к Blackboard? Прекрасное решение. Я встречался с руководством Blackboard в Вашингтоне. Мы договорились о том, что сделаем пилотный проект по интеграции двух решений, потому что им интересно получить единый хаб до контента и такой репозиторий. И если у вас есть Blackboard, то можно попробовать обсудить такое пилотное решение, когда мы проинтегрируем Blackboard с нашим репозиторием, построенным вместе с Direct Media. Хотелось бы понять, насколько вот, да, мнение экспертного сообщества, насколько актуальна тема таких репозиториев для университетов. Нужно это или не нужно? Вот было бы интересно, может быть, какое-то мини-голосование провести. То есть интересно ли двинуться в сторону более подробного обсуждения проектов по созданию таких репозиториев? Возможно ли, Павел Ильич, возможно ли это провести такое исследование или мини-опрос? Одну минутку, я прошу прощения, я отвечал на вопрос и пропустил ваше предложение. Можете вы предложить его? Ваше какой предложение? Можете вы предложить его? Какой опрос провести? Меня на самом деле интересует мнение экспертного сообщества, которое сейчас представлено в нашем вебинаре. Можно ли провести такой опрос, узнать, интересно ли двинуться дальше в рамках вот создания такого репозитория, о котором я говорил. В принципе, можно на задание такого вопроса. В принципе, можно на задание такого пойдет. Вопроса где-то то есть, не в реальном времени пойдет. Не, ничего страшного. Тогда не надо. Тогда не надо. Я просто хотел тогда с удовольствием. Значит, если будет пожелание двигаться дальше, обсудить пилотный проект, то можно обратиться в Direct Media, и мы с удовольствием встретимся и обсудим более детально. Нет, не изменится, отвечая на вопрос. То есть, и если нужно, то можно поменять, а так нет, потому что мы стараемся, чтобы интерфейс взаимодействия электронной библиотеки с пользователем он не менялся. Это ответ на вопрос Натальи Александровны. И вам спасибо за вопрос. Павел, вижу, что вопросов пока нет, поэтому передаю бразды правления в ваши руки. Коллеги,
Давайте поблагодарим наших сегодняшних спикеров. Давайте поблагодарим спикеров сегодняшних спикеров Константина и Нукри. Со своей стороны я благодарю всех присутствующих. Со своей стороны я благодарю всех присутствующих. Приглашаю на следующие вебинары. Приглашаю на следующие вебинары. Если у кого-то проблема с регистрацией, если вот обращаюсь у кого-то проблема с регистрацией, ко мне, например. Ну, обращайтесь к менеджеру, мы ко мне, например, ваши проблемы или разрешим. К менеджеру, мы ваши, ну, надеюсь, что ваши проблемы нормально. Разрешим. Ну, надеюсь, коллеги, что я с вами прощаюсь. Спасибо, коллеги, до свидания. Коллеги, я с вами прощаюсь.